Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Сегодня мы продолжим. Предпоследнее занятие будет по Ишопанишад. Мы рассмотрим две мантры, 15-ю и 16-ю. Итак, это две мантры, которые связаны единой темой. И тема этих двух мантр такова. Как молиться или как обращаться к Богу, чего нужно у него просить. Это не материальные вещи, а это просьба, чтобы он проявил себя. Одним словом, Упанишады, в целом, когда читаешь Упанишады различные, там очень много такой информации, на основе которой можно сделать вывод о всепроникающей природе Бога, что он везде и нигде, такой немножко неуловимый. Вот. С другой стороны, вот эта вот мантра, вернее, это Ишопанишад, маленькое произведение, всего 18 мантр, в себе содержит самую суть всех Упанишад. И вот здесь, вот ближе к концу, уже сам этот молящийся, по предположению, сказать, наших учителей, это своим Бхуламану, вот, он обращается с просьбой к Верховному Господу открыть свое лицо. Вот, то есть, несмотря на то, что в целом литература Упанишад кажется такая немножко безличная, то есть она подчеркивает просто духовную и всепроникающую природу Верховного, вот эти вот стихи, они конкретно подчеркивают личностный аспект Абсолюта. И вот этой темой они как раз связаны, и мы будем вот эту вот тему рассматривать. Итак, мантра 15-я. Хиран маена патрина сатья сьяпи хитам мухам. Таттвам пушан апаврину сатья дхармая дриштае. О мой Господь, поддерживающий все живое, твой истинный лик скрыт твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и яви себя твоему чистому преданному. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавадгите 14.27 Господь описывает ослепительное сияние своего тела, называемое Брахма-джьоти, следующим образом. Брахманохи пратиштхам амритасья вясясья ча шашватасья ча дхармасья сукхасья икантикасья ча. Я основа безличного брахмана, бессмертного, нетленного и вечного, который является изначальным состоянием высшего счастья. Брахман, параматма и Бхагаван – это три аспекта одной и той же абсолютной истины. Начинающие легче воспринимают брахман. Параматма – это аспект абсолютной истины, доступный более духовно развитым людям. А осознание Бхагавана является высшей ступенью осознания абсолютной истины. Это утверждается в Бхагавадгите, где Господь говорит, что Он – высшее проявление абсолютной истины, источник сияния Брахмаджоти и всепроникающий параматмы. В Бхагавадгите 10.42 Кришна говорит, что он является источником этого сияния Брахмаджоти, безличного аспекта абсолютной истины. Там же он говорит, что нет необходимости объяснять его неограниченные возможности. Достаточно сказать, что с помощью одной из своих полных частей, всепроникающей параматмы, он поддерживает все материальное космическое творение. И в духовном мире Господь тоже поддерживает все его проявления. Поэтому в Шрути Мантре Шри Ишопанишад Господу обращаются, называя его Пушан, поддерживающий все живое. Фрагмент комментария. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Миритамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитаме Набутали Своям Рупа Кадамахьям Дати Сва Падантикам Ванча Калпа Тарубьяшча Крипа Сингупья Эвача Патитанам Паванибью Вайшнавибью Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе.
очень благодарен, что я больше не приходил сейчас с вами, потому что могла тут вам еще и наконец пропадать, что стану на группу. Итак, молящийся обращается к Господу с просьбой открыть лицо. Помните, была такая древняя советская кинокомедия «Белое солнце пустыни»? И там этот один из главных героев, Петруха, хотел жениться на одной этой девушке, мусульманке. Она в паранже ходила. Он говорит: «Юль, читай, личико открой. Я жениться хочу, намерение серьезное, но личико открой, хочу посмотреть, какая ты там из себя». А это к чему я говорю? К тому, что трудно полюбить того, кого не видишь. Открой личико, посмотреть на тебя хочу сначала. Вот точно так же, фактически в этом стихе молящийся обращается к Господу: «Открой личико. Сними этот покров, я хочу посмотреть на тебя». Потому что задача серьезная. Конечно, это не то, что, скажем, Бог нам чем-то не понравился, и все, и мы решили уже, что не будем с ним общаться. Нет, но идея в том, что невозможно развить какую-то привязанность, какие-то чувства к тому, кого вообще не видишь, не знаешь и не понимаешь, что с каким-то бестелесным духом непонятным общаться можно, конечно, можно чувствовать его вдохновение от него исходящее, ведущее нас по жизни. Это все тоже рука Бога, которая направляет нашу судьбу. Это все тоже хорошо. Вот. Но невозможно полюбить какую-то, не знаю, там, руку судьбы там, или ногу судьбы, я не знаю что. То есть это невозможно сделать. Вот. Мы чувствуем, что он действует через некие безличные аспекты. И тем не менее, в этом стихе буквально он сразу же, молящийся, называет несколько слов, которые подразумевают, что Господь – это личность. Какие-то слова прямо в этом же стихе. Он говорит: «Мукхам». «Мукхам» обозначает лицо. «Открой свое лицо». «Мукхам». Далее его здесь называют «Пушан» – «Хранитель». «Хранить» или что-то поддерживать может только личность. В фрагменте комментария, который мы прочитали, Шрила Прабхупада пишет, что он поддерживает все материальное существование и духовное. И сам факт поддержания говорит о некой воле. Допустим, вы можете поддерживать тоже что-то, там, держать в руках, тарелку с просадом или еще что-нибудь. Вот. То есть вы можете держать что-то до тех пор, пока вы хотите. А если вы не хотите, вы просто опускаете или бросаете. То есть сам факт, мы видим удивительно, что планеты держатся каким-то образом на орбите, и ни один ученый до сих пор пока вразумительно не объяснил, как это. Вот, вселенные все эти, какие вот плавают там, в Вселенском океане. Вот, и много чего здесь разного такого непонятного происходит. Поддерживаются процессы. Почему вещь, созданная мной, не разрушается сразу? Почему она разрушается через какое-то время? Кто ее поддерживает? То есть мы видим, что все, что создано, все рано или поздно разрушается, но не сразу. Какое-то время поддерживается. Так вот, эта энергия поддержания, это есть эта функция личности, которую здесь называют пушан, хранитель. То есть тот, кто хранит вещи какое-то количество времени. И хранит это благодаря своей вот этой вот энергии вечности и энергии благости, которая исходит из нее. Потому что благость – это та сила, которая поддерживает существование. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что я вхожу в каждую планету, и благодаря этому они держатся на орбите. Благодаря этому. Вот, потому что никакая, так сказать, материальная сила держать эти гигантские планеты на предсказуемых орбитах в принципе не способна. И все эти, никакого хаоса, повторяющиеся какие-то циклы, все это так очень четко, такой вот четкий вселенский часовой механизм, который отмеривает время. Вот, и это время тоже такое интересное, непростое, не какая-то безличная сила, а все эти планеты, с циклами которых связаны какие-то периоды, время, они несут в себе определенные характеры. Вот, как такое может быть, что просто мертвый космос какой-то, какие-то мертвые ненаселенные планеты, они могут наделять нас определенным характером. Хороший Меркурий, он дает нам какой-то разум, память, коммуникабельность. Юпитер дает нам данные учителя, духовности, знания. Марс делает нас какими-то агрессивными, Сатурн делает нас печальными и так далее. Каким образом просто одинаковые, в принципе, по структуре мертвые материальные тела могут наделять нас такими вполне ощутимыми личностными, причем совершенно разными качествами. Вот. То есть космос, он очень сложно построен, личностно построен, и все это поддерживается этим самым Пушан или Параматма, другое имя, хранитель, поддерживающий все живое. Итак, мукхам, лицо,
Лицо бывает только у личности. Способность что-то поддерживать обозначает желание. Я хочу это поддерживать. Когда я не хочу что-то поддерживать, я просто бросаю все. Я говорю, надоело мне все. Мне вас надоело поддерживать, говорит там какой-нибудь глава семьи безответственный. Бросает свою семью, и никто теперь ее не поддерживает. У них проблемы возникают. Вот. То есть сама функция, что как-то вещи клеются, держатся, поддерживаются каким-то образом, говорит о том, что кто-то это сознательно делает. Вот регулярно какой-то урожай приходит, вот, и это поддерживает жизнь. Зачем? Зачем, если жизнь возникла совершенно стихийно, спонтанно, человек возник, вот, странно, что пища его возникла. Вот, по идее, если, например, я личность, да, я могу что-то даже для себя забыть взять, куда-то поехал и забыл там какую-то вещь, предположим, да, вот, даже я личность. Что же говорить о том, что если мир создан безлично, удивительно, откуда такая вот такая удивительная гармония, что возникают определенные виды жизни и для них пища. Допустим, ту же самую пшеницу или что-то еще, кроме людей, ну кто там ест? Ну птицы они там склюют немножечко, они с какими-то там червячками, гусеницами питаются, вот, вот их пища. Для кого это вообще предназначено? Люди появились случайно, пшеница случайно появилась, вообще все вокруг случайно произошло. Мы знаем по закону философии, что когда слишком много случайностей, это превращается уже в закономерность. Таков закон. Вот. То есть очевидно, что вот это вот поддержание, которое мы наблюдаем, определенная гармония, это все кем-то разумным, и не просто разумным, а любящим, любящим поддерживается. Итак, это качество личности. И в комментарии, который мы прочитали в фрагменте, Шрила Прабхупада говорит, что есть вот эти вот разные аспекты Бога. Почему все его по-разному понимают? Потому что у него действительно есть разные аспекты. Он говорит, легче всего понять Бог как вот некую какую-то силу, которая поддерживает мир, энергию, брахман, которая все как-то освещает, поддерживает, как-то, так сказать, все здесь питает. Вот. Но понять, он говорит, параматму уже сложнее, потому что это личностный аспект. Понять Бхагавана, он говорит, еще сложнее. Вот. Но в любом случае, даже параматму, в общем-то, можно понять, потому что она является разумом, который позволяет нам отличать добро от зла. Любой человек, не сильно оскверненный, даже он может быть не очень образованный, но если он не сильно осквернен грехом, он откуда-то интуитивно знает, что вот это делать хорошо, а это плохо. Что насилие, допустим, это плохо, ты будешь за него наказан, или кража, или что-то еще. Эти вещи он знает совершенно спонтанно. Даже кошка какая-нибудь, которая не проходила никаких законов, она смотрит, допустим, если она голодная, хозяин пока смотрит на нее, она ничего не смотрит. Хозяин отвернулся, она прыгнула на стол, там что-нибудь украла. Понимаете? Даже она и тут же убегает. И тут же убегает. Почему она убегает? Какая-то у нее включается совесть или какое-то ощущение, что, скорее всего, сейчас ее накажут, за что она там без разрешения что-то схватила. Убегает сразу же. Вот, то есть, откуда такое знание, что вот этого делать нельзя? Это знание сходит из параматмы. Поэтому, если живое существо не очень сильно осквернено какими-то такими сознательными грехами, то каждый, в общем-то, понимает, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. Поэтому, как правило, все эти отговорки, что я не знал, там, они слабо действуют. Вот. Потому что все знают, что все примерно, сказать, понимают, что хорошо, а что плохо. И это говорит о присутствии другого аспекта, более высокого, чем брахман. Брахман – это свет, благодаря брахману мы все видим. Друг друга видим, себя видим, вот, мир видим. Вот. Это без брахмана жить вообще невозможно, просто невозможно. Вот. Глубже – это уже понимание того, что внутри есть какой-то разум, который направляет нас, который дает нам вот это интуитивное понимание, что такое хорошо, что такое плохо, как правильно, как неправильно себя вести. Источник интуиции, источник вот этой вот, самой совести. Итак, это более высокий уровень. Самый высокий и сложный уровень осознания Бога – это личностный. Вот, потому что, когда мы начинаем говорить о личности, то мы знаем, что обычно люди считают личность ограниченной. Вот. И поэтому в большинстве религий о личности Бога мало что сказано. Мало что сказано, потому что это не будет правильно понято. Вот. Но в вайшнавских писаниях мы узнаем такую эзотерическую удивительную информацию о личности Бога. Чем он живет, как он общается, с кем он играет. Вот, мы узнаем, что как-то он ведет себя порой совершенно даже непонятным, что Бог, который с одной стороны всем все дает, и он более того дает людям заповеди, какие-то принципы чистоты, благочестия, говорит «не укради», мы выясняем, что во Вриндаване, в самом центре духовного мира, Кришна сам крадет. Всем говорит «не укради»,
А сам крадет. Что он там крадет? То есть мы знаем о том, что Кришна может зайти в чей-нибудь дом, вот, и взять, украсть там какой-нибудь горшок с маслом или с йогуртом. Вот, и возникает вопрос, почему так происходит? Как понять этот аспект Бхагавана, личности? Почему он так делает? Если мы уже говорим о понимании личности. Почему он так делает? Что заставит в этом мире человека воровать? Ну, не знаю, голод, крайняя бедность, или, не знаю, какая-нибудь врожденная клептомания. Вот. А у Бога-то что? Ни бедность, ни голод, ни клептомания, ничего такого нет. А почему же он крадет? Выясняется, что он крадет это масло или йогурт или что-то еще. Не потому, что ему чего-то не хватает, а потому, что это не просто какое-то масло. Вот. В духовном мире там нет проблем с питанием, со всеми этими вещами. А это масло – это продукт деятельности их эмоций. То есть мы знаем, что молоко, положим, оно претерпевает определенные трансформации. И самый тонкий, уже такой конечный продукт преобразования молока – это вот чистое масло, ги, полностью уже вытопленное, где нет никаких, так сказать, примесей. Это масло может храниться сотни лет, не портится вообще, в всяких холодильниках, без ничего. И интересно, что оно чем старше становится, тем более оно становится целебным, более полезным. Говорится, что ги, которое простояло 100 лет, лекарство от всех болезней. Смысл в том, что мы помрем, конечно, раньше, чем оно настоится. Но если кому-то повезло, и такое действительно чистое старое ги, то оно обладает таким удивительным эффектом. Итак, масло – это последняя, так сказать, вот эта вот трансформация молока. И вот это самое масло, которое крадет Кришна, ги, оно бывает в растопленном состоянии, бывает в таком загустевшем, когда температура понижена, загустевшее такое. Вот. И это ги, которое крадет, вернее, Кришна, это есть продукт жизнедеятельности, продукт эмоций этих преданных. Вот они что-то делают во Вриндаване. Духовный мир, духовные тела, не нужна никакая экономика, вообще ничего. И они там, понимаете, коров доят, молоко из них получают, потом это молоко сбивается в разные продукты, в конце концов получается масло. Что за вообще странное там? У нас тут компьютеры, вот мы тут это самое, интернет, а они там коров пасут, как кажется, примитивный какой-то мир. Нет. Это необычные коровы, это необычные живые существа, которые там живут, это необычное молоко. Это молоко обладает сознанием, на самом деле, сейчас расскажу вот об этих вещах. То есть, естественно, что о таких сокровенных вещах большинство религий, они молчат, потому что это, в принципе, не может быть правильно понято. Итак, Кришна крадет это масло, потому что эти гопи и гопы, то есть пастухи и пастушки Вриндавана, это масло создают, это их любовь, то есть они совершают это действие, и в этом процессе их эмоции, скажем, они приобретают эту вот форму, вот это вот масло, это их эмоция, которая хранится в их сердцах. Вот. И им бы хотелось, чтобы Кришна воспользовался этими вещами. И когда Кришна крадет это масло, это обозначает, что фактически он крадет их сердца. И поэтому они очень радуются, когда Кришна крадет у них масло. По виду они ругаются, они приходят к Яшоде и говорят, там, твой сын опять залез к нам в погреб и украл масло. Вот. Но через 5 минут разговора они уже весело обсуждают эту тему, как вообще здорово. Хотя Кришну, конечно, нужно наказать, но вообще пускай он и дальше заходит. Вот. То есть вы видели что-нибудь такое в материальном мире, что вас обокрали, говорите, о, как здорово, приходите еще крадите. Еще вот это можно украсть, и вот это можно украсть. То есть здесь мы очень сильно переживаем по этому поводу. Там они тоже переживают, кажется, это повод для какой-то ссоры. Вот, прийти к матери Яшоды, к родителям Кришны и поругаться. Вот, на самом деле это повод обсудить величие Бога. Вот, они приходят, начинают над этим разговаривать, мать Яшоды говорит, ну я его накажу. Она говорит, ну Кришна, сначала сомневается, говорит, как это Кришна, он, у нас у самих полный погреб этого масла, йогурта, зачем ходить по другим? Они говорят, точно был Кришна, мы его узнали. Она говорит, ну-ка, посмотри на меня, точно губы перемазаны в масле, все понятно, вор. Она его как бы начинает ругать, Кришна начинает плакать, убегать от нее. Вот, это эмоции такие, трудно, конечно, понять их в материальном плане, но Бог это тот, кто хочет пережить весь спектр эмоций. Для того, чтобы ему пережить вот эту вот заботу матери, ему нужно вступить в эти отношения с матерью. Для этого мать Яшода должна забыть, что Кришна это Бог. Для этого сам Бог должен забыть, что он Бог. Чтобы бояться вот этой вот хворостины матери Яшоды. Поэтому во Вриндаване, в духовном мире, там действует эта энергия, йога-майя называется, эта вот энергия, духовная иллюзия, которая сближает преданного и Бога. Благодаря этой иллюзии йога-майи преданный забывает свою ограниченность, что он маленькая душа. А Бог благодаря майе забывает свою безграничность.
Какая интересная иллюзия. То есть вот Махамая, материальная иллюзия, она разделяет душу и Бога. Я говорю, знать не знаю никакого Кришны в материальном мире. Вот, то есть мы разделены полностью. Вот. А в духовном мире это йога майя. Йога означает связь, соединяющая. Майя соединяющая. И благодаря этой вот соединяющей майе преданный забывает, что он, так сказать, обычное живое существо, и с Богом так негоже общаться. А Бог забывает, что он Бог под воздействием йога майи. И так Бог забывает свое величие, а джива забывает свою вот эту вот малость, незначительность. Благодаря этому между ними личные отношения возникают. Итак, эта энергия йога майя, она позволяет и преданному, и Богу пережить эти вот высочайшие эмоции. И, как я сказал, там все абсолютно личностно. Не только Бог личность, а вообще все субстанции там даже личностные. Вот это известная Дамодара Лила игра, где Кришну, вот мать, связала, привязала к этой ступе, когда он, значит, там баловался. Вот, и она держала его на руках, все еще кормила его своим грудным молоком. И молоко, другое молоко стояло в этом, в чане, на плите грелось. И когда это молоко, которое находилось в чане на плите, увидело, слушайте внимательно, молоко, которое находилось в чане на плите, кипятилось, увидело, что Кришна пьет другое молоко из груди матери Шоды, это молоко подумало, оно сейчас напьется, и в нашей жизни, в моей жизни нет никакого смысла, меня Кришна уже пить не будет, раз он пьет другое молоко. Это молоко решило совершить самоубийство, решило выкинуться из этого самого, в огонь кинуться, самосожжение. То есть молоко по-простому стало выкипать, по-нашему. Вот. Но поскольку в духовном мире все абсолютно обладает сознанием, то вот это вот молоко, которое было в котле на плите, оно решило покончить с собой. Как бы его жизнь бессмысленна, потому что Кришна его не будет пить, раз он пьет грудное молоко матери Шоды. Мать Шода увидела, что у него выкипает молоко, она положила Кришну, вот, и побежала, значит, это молоко спасать оттуда. Вот. А Кришна в это время, значит, обиделся, потому что мать его не докормила, вот, и начал, так сказать, свои безобразия, что-то там кричать, потом там бить какие-то горшки, тут за ним вот, мать Шода стала гоняться, и, в общем, она, в конце концов, привязала его к этой ступе. Причем привязала, ну, женщины, так сказать, они не особенно, может быть, так умелы в этом плане привязывать. И привязала и ушла. И тут появились друзья Кришны, мальчики-пастушки, они говорят, сейчас мы тебя отвяжем, без проблем. Они подошли, пацаны в этом плане, конечно, такие должны быть более умелые. Они подошли, но они не смогли развязать этот узел. И духовные учителя объясняют, почему эти ловкие мальчишки, которые, в общем-то, тоже умеют связывать ноги этим телятам и коровам, чтобы они там не легались, когда доят этих коров. В общем-то, умелые в этом деле пастушки, они не смогли развязать этот узел по той простой причине, что их раса, их тип отношений, сакхи раса, она ниже, чем вацалья раса, раса матери Яшоды, раса родительской любви, которая она связала Кришну. Итак, мать Яшода своей родительской любовью связала Кришну, привязала его к этой ступе. Итак, мы знаем, что есть Шанта-раса, нейтральные отношения с Кришной, Дася-раса, отношения с Кришной в духе служения, такого господин-слуга, а потом Сакхи-раса, дружеские отношения, когда преданные и Кришна равны. И Вацали-раса, это когда преданный выше, чем Бог, когда вы вспомнили родителя. Такая роль у него играет. Вот, и выше всего Мадхури раса, эти супружеские отношения. Так вот, мать Яшода находится с Кришной в этих родительских отношениях. И поскольку ее раса, ее тип отношений выше, чем сакхи, отношения дружбы, то она связала так его, что эти ребята пришли, вот, и им не хватило квалификации, потому что их раса ниже, и Кришна остался привязанным. То есть воля матери действует. И только потом пришел Ананда Махарадж, уже, так сказать, муж Яшоды, и он сумел развязать этот Кришну, когда уже Кришна свалил при помощи этой ступы эти два дерева. Вот. То есть смысл в том, что вот этот личностный аспект Бога, еще раз я говорю, почему о нем молчит большинство религий? Потому что если вот такие вещи, как сейчас я вам говорю, начать рассказывать вот всем людям, они просто будут смеяться над Богом, понимаете? Что там, молоко там куда-то в огонь кинулось, там что-то еще, это масло, это продукт пахтания сердца, там что-то еще. То есть люди так высоко не летают, по большому счету, понимаете? Вот, что там какие-то расы, одна выше, другая ниже. То есть, это очень тонкие вещи. И поэтому для того, чтобы Богу как личности не быть просто каким-то памятником мертвым, Бог стоит как памятник и все, да? А для того, чтобы понять его деяния,
деяния, лилы. Для этого нужно иметь определенное сознание высокое. А если люди в основном находятся ниже гуны благости, страсти невежества, как они могут понять лилу Кришну? Это невозможно сделать. Вот поэтому в большинстве религий о личностном Боге практически ничего нет. Да, Бог есть свет, Бог есть энергия, Бог есть закон. Бог есть Святой Дух, который ведет нас из сердца, направляет. Эти вещи как-то более или менее можно понять. Вот. Но понять личность, и не просто, я говорю, вот такую, как бы вот ее оторванную от реальности, а личность в его действиях и вот этих вот лилах, для этого нужен более высокий уровень культуры, трансцендентный уровень культуры. Вот. И поскольку у людей этого нет, то нет смысла об этом говорить, потому что это не будет правильно понято. А если это будет понято неправильно, лучше этого пока не надо. То есть, когда какие-то задают люди такие эзотерические вопросы, супер. Прабхупада говорил, ну подрастете, узнаете. Но это не отговорка. Это на самом деле правильный ответ. Потому что, если человеку чье сознание не развито, пытаться объяснить какие-то вещи, которые не могут быть предметом опыта, он точно сделает неправильный вывод. Вот поэтому ему дают только то, что он может понять, и не более того. Итак, эта мантра 15 говорит нам о том, что у Кришны есть лицо, Мукхам, и он Пушан, он хранитель. Но это лицо скрыто, оно скрыто этим вот сиянием Брахмаджоти. И этот преданный Самбхава Мауна говорит, открой лицо. Откроет. То есть это вот это сияние такое, которое может скрывать, а может раскрываться. То есть это его энергии, поэтому они, ну, сказать, по его воле действуют. Например, мы знаем, что когда в целом река преграждает нам путь, тут нужно мост или лодку. Вот, но когда Васудева из тюрьмы, из той камеры, где родился Кришна, переносил Кришну во Вриндаван, то эта река Имуна, которая была полноводная, которая еще дождь был сильный, гроза. Вот, значит, эта Имуна, она коридор создала. То есть энергии Бога для него не препятствие. Для нас они в основном препятствия. Все его энергии создают нам определенные препятствия. Но для него они никакие не препятствия. Река расступается, Васудева спокойно проходит. Еще этот появляется змея на Анташеше в виде зонтика, прикрывает, чтобы, так сказать, Кришна не промок, хотя он непромокаемый. Вот, но это служение его. Это служение его. То есть здесь только таких ловушек, которые для логики, для логиков, для людей, которые так вот мыслят стандартно, а зачем Богу то, зачем Богу это, с точки зрения их логики, Богу вообще ничего не надо. И все. Стой себе как памятник, и все. То есть они не понимают всех этих вещей. Вот. Поэтому Рупа Госвами в «Нектаре преданности» говорит: дорогие мои философы, пожалуйста, заткните фонтан свою красноречие, я вас прошу. В океане бхакти, в океане личных отношений с Богом, ваша логика, она просто мешает. Он говорит, тарка пратишт харучи. Эти вещи невозможно понять таркой, логикой, только через вкус, через вот это вот состояние сердца. Вот поэтому философам, всяким разным таким людям, бхакти кажется нелогичным, Бог кажется нелогичным, все его лилы кажутся какими-то смешными. Вот. И поскольку вот эти вот вещи не могут быть адекватно поняты, это закрытая тема для большинства, даже религиозных людей. Итак, Кришна как личность, вроде бы он с одной стороны прост, ничего такого сложного он не делает, но вот эта вот простота, она такая непостижимое для большинства людей. Люди говорят, прийти к Богу, значит оторваться от материальной реальности. Вот мы оторвались от материальной реальности, движемся к Богу, а там что? Опять деревня, опять коровы, там опять что-то непонятное было. Как так? Вроде бы от этого всего, сказать, уже отошли, и тут опять то же самое. А интересно, что в Веданта Сутре есть один афоризм, где такая интересная фраза, что когда освобожденное живое существо уже разрывает все свои отношения с материальным миром и входит в брахман, вот это вот сияние, входит туда уже, кажется, освобождение. В этом брахмане через какое-то время, если оно подготовлено, оно может увидеть грамья-бхута. Грамья-бхута, грамья означает деревня буквально. А бхута это первые элементы, ну, из которых все сделано. Земля, огонь, вода это бхута. И вот представьте себе, что вы оторвались от этой бренной земли, все уже здесь развалилось. И брахман, как хорошо, вы освобождены. Вылетаете туда, а там какая-то деревня опять. Да что ж такое? Опять что ли, так сказать, материя, да? Нет. Это первые элементы. Это духовная земля. Камень Чинтамани, это духовная вода, это духовный, так сказать, свет, все, обладающее сознанием. То есть это все персонифицированные его энергии, так называемые шакти. Это различные вот эти вот энергии, которые все обладают сознанием. Именно благодаря сознанию они служат ему.
Потому что служить можно, только обладая сознанием. Деревья во Вриндаване по желанию Кришны каждый день будут вот такие цветы сегодня, завтра другие цветы, на этих же деревьях будут цвести. И птицы будут петь сегодня одну песню, завтра другую песню. Вот, по желанию Кришны, по желанию Радхарани, по желанию распорядителя Вриндавана, это Туласи Деви. Вот, то есть там есть эта природа. Но здесь в лесу птицы по моему велению не поют. Они поют то, что они хотят сами, понимаете? Вот, то есть здесь природа, хотя мы в ней живем, она нас не очень-то слушается. Меня может какой-нибудь там клещ укусить или там что-то еще. Я могу что-то там не то съесть, какую-нибудь ягоду отравиться. Вот. То есть как бы природа такая привлекательная, но она немного сложная. Нужно знать, как с ней взаимодействовать. Она меня не слушается. Я ее должен слушаться, эту материю. Вот. А в духовном мире все те же элементы, но они в своем первозданном виде. И эта вся энергия духовная, персонифицированная, личностная, разнообразная, она служит Кришне. Но для людей, Сергей, стул возьмите вот, для Матаджи, что стоять, что ли, там в этом стуле, там должны быть где-то прихожие. Вот. Или скамейку там вынесите, что-то еще одну можно поставить, чтобы сесть. Сейчас принесу. То есть, вот эти вещи, они настолько тонкие сами по себе, что трудно понять, как это можно оторваться от материи, выйти в такое как бы состояние какого-то сияния. Пожалуйста. Вот. И тут вдруг опять какие-то, так сказать, какая-то реальность. Это реальность, да, с ощутимыми предметами, с видимыми формами, но это не материальные вещи. Значит, не материальные. Нематериальные, значит, не подверженные времени, не подверженные разрушению. Они такие же осязаемые, они обладают запахами, вкусами, всем-всем-всем обладают, всем. Но они не разрушаются временем, потому что это нематериальные элементы, не в материальном мире. И вот это трудно понять, понимаете? Это трудно понять. Люди думают, если материя обладает формой, значит, по аналогии, дух противоположен материи, значит, он не должен обладать формой. То есть понятие о духовной форме отсутствует. Вот, поэтому так сложно эти все личностные вопросы понимаются. Итак, Кришна – это личность, самый сокровенный аспект Бога. И здесь только маленький отблеск его представлен в этом мире. Мы смотрим, иногда люди спрашивают, вот там что-то про цвет Кришны, про цвет тела Кришны выясняют, почему он такой. Вот, я говорю, так сказать, Прабхупада в одном месте, правда, в этом комментарии он не говорит, но, так сказать, в другом месте он говорит, что Брахман – это сияние, исходящее из его тела, но это сияние также имеет определенный цвет, цвет вот, голубое небо, прекрасный цвет голубого неба, иногда он темно-синий становится или голубоватый. Это как раз сияние, которое происходит, исходит из тела Кришны, которое обладает таким же цветом. Вот, то есть этот цвет, это не просто там какая-то вот гамма, определенные лучи в атмосфере, какой-то спектр выделяется, поэтому здесь, на этой планете, небо голубое, а на другой там якобы какое-то там, не знаю, оранжевое или зеленое. Вот. Этот цвет неба – это отблеск тела Кришны, который обладает вот таким вот цветом. А по настроению у Кришны немножко может меняться цвет тела, то светлее, то темнее. А в целом этот цвет Кришны такой немножко лиловый, он способствует лилам. Лилам. Вот. И в книге Уджвала Ниламани Рупа Госвами объясняет, что этот цвет тела Кришны, он способствует Уджвала Расе. Уджвала Раса – это вот высший тип отношений, любовных отношений с Кришной. То есть здесь, допустим, слово «любовь», оно больше связано с какими-то такими цветами, нежно-розовый, там что-то еще, вот такое вот, да, любовь. Никто не нарисует любовь зеленый, там, или какой-нибудь там черный, или еще вот такие вот какие-то розоватые, красноватые оттенки. Сердечко красное должно быть, там, никакое не зеленое, не коричневое. Вот, то есть это как бы цвета, которые ассоциируются с любовью. А в духовном мире говорится, что это цвет Кришны, цвет тела Кришны, такой синеватый, голубоватый, он по-разному, шьям, иногда темный становится, иногда светлее становится. Это как раз цвет, который стимулирует эмоцию любви у жителей духовного мира. Вот. И отблеск этого света, он приходит в материальный мир, и поэтому здесь вот такая атмосфера. Далее здесь говорится о том, что Бхагаван, этот вот личностный аспект Бога, он стоит выше всех остальных, Брахман Параматма ниже. И пропадает интересный вывод. Поскольку Брахма, вернее, Бхагаван, личность Бога, стоит выше всех остальных аспектов Бога, то те, кто служит Бхагавану, преданные, выше, чем гьяни и йоги,
Гьяни Тутаки – это философы, которые в основном изучают вот эту вот различную природу Абсолюта, что он везде и нигде, вот, что он выше материи и так далее. То есть люди, которые пытаются понять вот эту вот высшую духовную, но безличную природу Абсолюта, это гьяни, философы. А йоги – это те, кто пытаются увидеть параматму, обрести от него какие-то там мистические силы и так далее. И так он говорит, раз Бхагаван, Бог как личность, выше всего, то люди, которые служат ему, они, естественно, выше, чем те категории людей, которые занимаются познанием более низких аспектов Абсолюта, Брахман и Параматма. Это не в плане того, чтобы выделиться, какие мы крутые. Нет, это Кришна крутой. Кришна выше всех. А мы просто-напросто пытаемся ему служить, но это само по себе возводит преданного сразу же в более высокий ранг. Но это не повод гордиться, естественно. Вот потому что Кришне очень стыдно, когда его преданный начинает гордиться. Ему неловко это. И поэтому он сам, хотя он говорит, что мои преданные стоят выше всех остальных, когда он видит, что кто-то из его преданных задирает нос, он сам по этому носу может щелкнуть запросто. Вот для того, чтобы вот эту вот гордость выбить из своего этого новичка преданного. Кришна очень любит гордость. Вот поэтому, хотя он говорит, что мои преданные выше всех, это не является никаким поводом для преданной гордиться. Никаких поводов должно быть. Это должно быть делать нас более смиренными, потому что как только преданный начинает гордиться, он тут же выпадает из окружения Кришны. Вот, поэтому, с одной стороны, это очень высокое положение, но это высокое положение связано с величайшим смирением. В этом мире стоит только кому-то выделиться как-то, нос высунуть, он тут же начинает гордиться, нос задирать очень быстро. Чуть-чуть только там каким-то бугорком таким стал, выше там кого-то сразу же. Ну все. Ну, неоднократно я привожу эту фразу, что хочешь узнать человека, дай ему власть. Как только попадает власть, тут же проявляется его качество. Он начинает как-то там эксплуатировать людей. Или наоборот, проявляет хорошие качества, в зависимости от того, что у него внутри. Итак, это комментарий к мантре 15. И молящийся просит, пожалуйста, открой мне этот лик, о хранитель, у тебя есть лицо, я знаю, то есть это качество личности. Теперь мантра 16, эта тема продолжается. О мой Господь, о изначальный философ, поддерживающий Вселенную, о регулирующий принцип, конечная цель чистых преданных, доброжелатель прародителей человечества, пожалуйста, удали сияние своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть твою исполненную блаженство форму. Ты – вечная, верховная личность Бога, подобная солнцу, как я. То есть, вот просьба продолжается. Пожалуйста, удали вот это вот сияние. Здесь его называют тоже некоторыми такими словами, которые явно свидетельствуют о личностной природе Бога. Например, здесь его называют экариши. Эка обозначает первый или единственный. Риши – это буквально видящий, философ, провидец определенный, мудрец. И так его здесь называют изначальный философ, эка-риши. Кто может философствовать? Только личность. Итак, изначальный философ. Далее вот этот термин пушан, поддерживающий Вселенную. Далее яма, регулирующий принцип. О, регулирующий принцип его здесь называют. Регулировать может только тот, кто видит, что чего-то много, чего-то мало. Вы можете регулировать слишком громко, слишком тихо, слишком светло, слишком темно, слишком сильно посолили, недосолили. То есть вы можете регулировать какие-то процессы. Вот. Но чем вы регулируете? Определенным чутьем, ощущением, что чего-то слишком много или чего-то слишком мало. И яма, это мы знаем, что это как бы такие вот ограничения. Яма – это всегда ограничение, чего не нужно делать. Это принципы яма, не яма. Не яма – это то, что нужно делать, рекомендации, а яма – это определенные ограничения, запреты некоторые. Так вот, Кришна регламентирует или ограничивает какие-то вещи, вот, то есть это и есть регулирующий принцип. Опять же, то есть он смотрит на основании своего опыта, наблюдения, плана, чего нужно поддать жару или наоборот убрать, так сказать, что там пора, так сказать, уже к концу света наступать или наоборот начало эпохи. То есть он регулирует все процессы, это есть регулирующий принцип. Опять же, на основе воли, понимания, видения, желания. Вот. Также его здесь называют термином праджапатья. Праджапатья переводится как доброжелатели, прародители человечества. То есть люди возникли не сами по себе. Мы привыкли думать, сказать, что вот там какие-то, не знаю, пятикантропы или кто там, не знаю, австралопитеки и прочие там всякие Homo erectus, потом Homo sapiens, якобы появились какие-то обезьяны. Здесь говорится, что люди произошли от праджапати,
Раджапати, а Кришна их доброжелатель. То есть есть такие личности, Ману, Раджапати, всякие разные великие мудрецы, которые выступают в качестве вот этих вот таких основоположников различных династий, вот, таких вот рас и прочих-прочих. Вот Кришна их доброжелатель. Почему он их доброжелатель? Потому что он хочет, чтобы живые существа проявились в этом мире, какие-то свои желания осуществили, и он помогает им, потому что на самом деле он изначально Праджапати, от него изошли все живые существа. Поэтому получить такую, так сказать, знаете ли, силу и возможность производить на свет огромное безграничное потомство, как это Праджапати делает, дакша там у него было 100 тысяч сыновей, да, еще что-то, тут бы там кто-то одного там еле с трудом произвести может, а тут сотнями тысяч. Это откуда такой потенциал? Вот. Это потому что Кришна доброжелатель прародителей человечества. Вот. И он вдохновляет их, так сказать, плодитесь, размножайтесь, как в той же самой Библии сказано, вот, чтобы живые существа могли получить тела, и в этих телах они могли получить разный опыт, и в том числе знания, и практиковать и материальную жизнь, и духовную жизнь. Итак, доброжелатель. Желать добра может тоже только личность. Доброжелатель, прародитель человечества. Опять же, личностная природа Бога. Далее его тут называют конечная цель великих преданных, сурья, конечная цель великих преданных. Преданные – это личностные существа, они развивают в себе любовь. Безличная не может быть целью таких вот персоналистов сами по себе. Еще одно слово, говорящее о личностной природе. Далее, что тут еще, каким словом его называют? А, здесь говорится рупа. Рупа обозначает, мы знаем, форма. Пуруша называют твою личность. Те, говорят, твоя. То есть в двух таких стихах Упанишад такое большое количество слов, однозначно указывающих на Бога как на личность. То есть здесь не нужно без всяких натяжек. Вот, где-то там говорится, что Бог, он и везде, и нигде, как бы не поймешь, какие-то натяжки приходится такие делать, чтобы понять, он личность или не личность. Но вот в этих двух стихах мы видим совершенно однозначные утверждения, говорящие о том, что хотя у Бога есть безличные аспекты, которые нужны здесь для того, чтобы мы его не заметили, вот, чтобы у нас сложилось впечатление, что его нет. Я недавно прочитал одну такую шутку, был такой известный философ, мыслитель, астролог на Западе, Авессалом Подводный. Вот, у него есть, не знаю, псевдоним, наверное, его, может, фамилию, не знаю, сборник афоризмов. И там такое, ну, очень много о Боге, таких вот всяких вещей. И там афоризм такой, что Бог не хочет, чтобы его открыли научным методом, потому что эти методы кажутся ему недостаточно убедительными. Бог не хочет, чтобы его открыли научными методами, потому что эти методы кажутся ему недостаточно убедительными. Ну, действительно, какие научные методы? Ну, как вы можете Бога открыть? Там, не знаю, в пробирке его увести или что? Как вот? Какой есть научный метод для подтверждения того, что Бога? Что, как он должен себя проявить? Вот. Естественно, что никакой научный метод не является адекватным для этого. Поэтому Бога можно открыть только духовным, божественным методом, никак иначе. И далее здесь говорится о том, что, пожалуйста, удали сияние, которое скрывает тебя, чтобы я смог увидеть твою исполненную блаженство форму. То есть форма скрывается за сиянием. То есть у сияния есть источник. Вот это очень важно понять, что у любого света есть источник. И этот источник привлекательный. По этой причине свет привлекательный. Свет всегда привлекает нас. Если мы окажемся в каком-то темном месте, и где-то слегка что-то там такое, какое-то окошко, не выключили свет, или там какая-то лампочка, что-то, хоть какой-то светлячок. То есть мгновенно из всей этой вот серой тьмы или из темного такого состояния мы выхватываем свет. Свет привлекает нас. Почему свет привлекает? Потому что он исходит из все привлекающего Кришны. Кришна говорит, Бхагавадгите, я есть блеск блестящего. И даже все животные привлекаются, даже эти сороки, там кто угодно, они собирают, там, не знаю, какие-то блестящие, не знаю, там фантики, золотинки, что угодно. Вот, потому что блеск привлекает. Люди, сказать, как-то себя там тоже, кто там себе может позволить, бриллиантовым блеском себя украшают, вот, кто-то там еще каким-то, так сказать, попроще. Так или иначе, люди понимают, что блеск, свет – это очень привлекательно. Почему это привлекательно? Потому что исходит из привлекающей личности. Господь Чайтанья очень интересно проповедовал. Он пришел проповедовать философам Майявади.
Вообще говорится, что с такими людьми лучше не разговаривать. Обычным людям. Вот. Но он пошел, он смог. Так как он с чего начал свою проповедь? Он им ни слова не говорил. Он пришел в то место, где они сидели, зашел в это помещение и сел там. И включил свет. Он засветился. Он стал настолько светящимся, поскольку майявади светом привлекаются. Он говорит: о, ты так светишься интересно вообще. От тебя такое сияние исходит необычно. Ну-ка, расскажи нам свою философию. Мы тебя не видели никогда. Новый молодой саньяси откуда-то появился. И такое сияние от него исходит. Итак, даже майявади привлекли сияние. Свет их привлекает. Но Господь Чайтанья просто поймал на удочку, вот, что такой свет, они говорят: о, пожалуйста, почетное место, садись, рассказывай, что за процесс такой, что за философия такая, почему ты так светишься? И он, так сказать, потихонечку, и говорит: а вот, господа, вот, есть Кришна такой, вот, и когда о нем думаешь, начинаешь, естественно, светиться, поэтому давайте, так сказать, все. Они вот там какими-то философскими вопросами, какие-то аргументы и так далее, но их он своим, так сказать, свечением, своим вот этим вот характером, логикой, всеми своими параметрами, он их как бы всех перебил. Практически он их всех очень быстро обратил, преданный. И так он начал с этого света, а закончил тем, что они стали личностями. И далее в комментарии к 16 стиху говорится, что личностный аспект Бога, Бхагаван Шри Кришна, поддерживает не только всех преданных, он всех людей поддерживает, дает нам все необходимое, что мы заработали. Даже если мы не служим ему вообще, мы зарабатываем просто, так скажем, карму. И эту карму материальную он нам воздает, Параматма. Может, мы вообще ничего не знать, не думать, но он это поддерживает. Тем более, если он поддерживает даже людей, которые с ним никак не связаны, беспристрастны. Потому что это его существа, живые существа, его энергия. Тем более, он поддерживает своих преданных. А естественно, что он воздает нам карму в соответствии с тем, что мы заработали, но у преданных несколько другое. Если с материалистами он общается так, что заработал, то и получай, и больше не проси, потому что отношений любви нет, то преданному он может дать чуть-чуть больше или чуть меньше. В зависимости от того, как Кришна сам пожелает, что ему лучше этому преданному. Может, преданный должен был разбогатеть, а тут вроде бы денег-то и нет, а богатство в другом виде появилось. Богатство в виде знания. Богатство знания появилось. Конвертация такая раз произошла. Вот чтобы не испортить, скажем, если Кришна чувствует, что вот этого преданного деньги испортят. Он точно знает. Он ему не даст тебе деньги, даже если ему полагается. Получишь другой валютой. Чеками ВТБ. Чем-нибудь другим. Получишь. Это раньше, так сказать, была такая. Для непосвященных, кто не жил в советские времена, это такая была. Если у вас доллар в руках увидели, вы в тюрьму садитесь за это дело, за незаконное обращение валюты. Вот, а американцам тут давали эти чеки внешторгбанка, чеки ВТБ, такие бумажки были. Ходишь в какой-нибудь магазин, как они назывались, уже забыл. Альбатрос, там, да, какой-то парус, там что-то еще. И там за эти бумажки, значит, получаешь там иностранные товары другого качества. Вот. То есть преданному может полагаться что-то такое в материальном плане, но он может этого не получить, если Кришна не захочет, потому что у них уже не кармические отношения, отношения любви. Может дать больше, может дать меньше, потому что это уже отношения личности, совсем другие. Вот. Поэтому Шрила Прабхупада в конце к этому комментарии делает очень интересный вывод. Он говорит, что зачем стремиться к какому-то там безличному брахману, который не может о нас позаботиться? Давайте стремиться к Кришне, который о нас может позаботиться, потому что он является личностью, любящей личностью. И поэтому для нас, как личности, в общем-то, вполне естественно, закономерно и интересно общаться с личностью. То есть он дает к этому комментарию, в этом комментарии такую идею, что Брахмаджоти, этот свет, он никакого блага нам не принесет, ну, в смысле, какого личностного не принесет. Он просто служебная такая энергия, он освещает все вокруг, да, он создает условия какие-то. Но развить сам по себе этот свет, даже Брахмаджоти, есть забота Кришны. Вот. Но если мы хотим личностного, то необходимо поклоняться личности. Вот. Так он заканчивает этот комментарий. Он говорит там о том, что в другом аспекте, в виде параматмы, он заботится, помогает душе во всем, воздает ей, так сказать, все, что необходимо и так далее. Вот. Поэтому Кришна
во всех своих аспектах, в безличностном, в личностном, как параматма, и в любящем аспекте, как Бхагаван, он проявляет себя в зависимости от нашего уровня сознания, понимания. И самое высшее благо живое существо может извлечь из служения личностному аспекту. Причем еще такой интересный момент, что среди всех форм служения Богу, каким мы можем оказать, самой, может быть, непростой, конечно, одной из самых сложных форм, но тем не менее, самых таких важных форм служения Богу является распространение знания о Кришне, знания и опыта отношений с Кришной. Есть такая хорошая аналогия, что преданный подобен колодцу с такой очень сладкой водой, с нектаром. И колодец такой, так сказать, механизм, вот, что он воду дает из-под земли, очищенную. Вот, мы вычерпываем ее оттуда, и из-под земли в новое поступает вода. Вычерпали, воспользовались сверху, еще какая-то новая поступает вода. И если эта вода стоит в этом колодце очень долго, и ее оттуда не вычерпывают и никому не раздают эту воду, чтобы пили, то этот колодец может превратиться на самом деле в отравленное место. То есть, когда вода начинает застаиваться, там какие-то головастики могут завестись, там еще что-то, какая-то зараза. Вот. То есть, если вот этого процесса обновления не происходит, что вот мы не вычерпываем эту воду, не передаем ее никому, вот, то этот колодец становится таким застойным, затхлым таким. Вот. И Прабхупада объяснял, что когда мы что-то получаем в духовной жизни, наша обязанность состоит в том, чтобы передать это другому. Это еще один интересный аспект, связанный с усвоением знаний и опыта. Вот, когда мы что-то получили, но дальше у нас это не пошло, на 90% гарантия, что мы это забудем. Вот, и поэтому практически все психологи, специалисты, которые дают какие-то семинары, вот, они говорят так, что если вы, дорогие, так сказать, слушатели, хотите это запомнить, то слушайте это так, как будто в течение следующих 24 часов вам это нужно пересказать кому-то другому. И даже рекомендуется все, что вы услышали, ну, по крайней мере, самую суть, не вы видите, а хотя бы самую суть, кому-то передать. Если мы это кому-то передали, то, во-первых, тот, кому передали, получил благо, а во-вторых, что? Мы лучше запомнили. То есть это знание проникает в нас. Поэтому, когда мы получаем что-то духовное, то для того, чтобы это осталось в нас лучше, укрепилось, и чтобы другие получили пользу, это необходимо дать. Так Кришна устроил процесс. И так он говорит, преданные это как колодцы такие, которые должны раздавать эту вот воду, этот нектар духовного знания, духовного опыта. Тогда они сами получают новое понимание, не происходит этого застоя. Но здесь, конечно, есть один маленький такой момент, о котором тоже нужно сказать. Мы знаем, что, и мы проходили уже тоже в рамках Иши Панишат, что есть преданные разного уровня. Канишха Адхикари, новичок, не твердый, Мадхьяма Адхикари, уже, так сказать, утвердившийся преданный, среднего уровня, и Уттама Адхикари, преданный высшего уровня. Так вот, как проповедуют эти разные виды преданных? Мы узнали, что нужно передавать это знание, делиться с людьми, книга, просад, святое имя, там какой-то опыт, чем-то заинтересовать человека. Но как это пытается делать Канишха? Канишха Адхикари, новичок полный, он что говорит? Нужно спасать мир. Нужно мир переделать, мир спасать. И этот человек, не меняя себя, пытается поменять мир. Понятно, что у него ничего не получается. Этому люди говорят, это сумасшедший сектант какой-то вообще, фанатик. Он себя не поменял, а мир хочет изменить. И так Канишха Адхикари, не поменяв себя, пытается поменять мир. Мадхьяма Адхикари, это бывший Канишха, он говорит, да, мир поменять так просто не получилось. Скорее всего, нужно менять сначала себя. Поэтому Мадхьяма Адхикари, он думает так, шапками тут всех закидать Бхагавадгитами невозможно просто так, сознание Кришны внешне принять никто не может, это, как сказать, это же не просто там какой-то цитатник в руки взять и все там. Вот, и Мадхьяма Адхикари, преданный среднего уровня, это тот, кто, меняя себя, уже обладает большим влиянием на мир. То есть он может менять мир вокруг себя, свою семью, свое окружение, своих родственников, друзей, только тогда, когда они видят люди, что в нем что-то изменилось. Итак, конечно, Адхикари, он толком не может проповедовать, потому что он сам не поменялся, поэтому он не мир поменял. Но он может выступить только в качестве посыльного. Он может передать письмо, вот вам письмо, вот вам, так сказать, книга, там что-то еще. Но когда он начинает говорить, он, как правило, какую-то ахинею начинает нести. Вот, и с таким пафосом еще большим.
Потому что люди аж отбрасывают волной взрывной от его энтузиазма, когда он начинает так. То есть, как правило, от его проповеди мало толку. Вот ему рекомендуется по минимуму говорить, так сказать. А если говорить, то лучше, так сказать, повторять то, что он услышал, вот, или передавать что-то такое, что вот он имеет в виде книги или чего-то там еще. Вот. А Уттамат Хикари обладает удивительным свойством. Он не пытается менять мир. Он полностью изменил себя. И просто благодаря одному его присутствию меняется все вокруг. Он не пытается ничего менять. Он понимает, мир совершенен, он устроен Богом, травинка не шелохнется без его воли. Он полностью трансформировал себя. И люди, видя перед собой такую личность, которая явно и от мира сего, продукт вообще духовной трансформации, они говорят, и мы тоже так хотим. Как это вы так сделали? То есть просто от одного его присутствия, он два или три слова сказал, может вообще ничего не говорить, может просто петь или как-то так что-то такое сделать, как-то просто присутствовать. И в его присутствии люди ощущают, Кришна где-то рядом, Кришна здесь. Вот так проповедует там Адхикари, то есть Ачара, его пример. И он не особенно, скажем, пытается там какой-то разводить такой вот раджас, давайте все на баррикады, вперед, туда-сюда. Вот. Он прекрасно понимает, что пока человек не изменится сам, как он может изменить других? Можно, конечно, какую-то агитку бросить, кампанию провести, давайте вперед, там, марафон. Это надо делать периодически. Но если человек сам еще не очищен, вот, то как бы, ну сколько можно его пинать? Можно его раз в год попинать там, на марафон там, в декабре. Вот. Но чаще он будет убегать, если вот, он не хочет этого, потому что он сам не очищен. Но когда человек в какой-то степени сам очищен, его не нужно пинать и подгонять. Он сам понимает, для него это самого обладает определенным вкусом. Ему хочется либо прямо, либо косвенно как-то это дело поддерживать, помогать этому процессу. Вот. Поэтому служение Богу оно является очень важным среди всех видов преданного служения. Распространение знания о Кришне является самым важным и опыта практического также. Но это нужно делать по науке. Вот. То есть я не случайно в завершении рассказал о том, как вот эти вот три вида преданных проповедуют. Конечно, никому практически не миновать этого уровня конишки. Мы все сказать, начинаем с того, что узнали о Кришне, приходим домой так. Мясо все с балкона мы выкидываем, это майя, это иллюзия, это все не нужно. Родители, родственники смотрят в ужасе, все, человек сошел с ума вообще. Он все вообще выкидывает, все тут, что произошло, так сказать. В голове у него кверх ногами, 8 градусов стало. Вот. И потом через какое-то время начинает собирать все то, что выкинул, но уже с другим немного сознанием, уже по-другому начинает к этим вещам относиться, более спокойно. Вот. То есть мать Яма, он сначала меняет себя, параллельно себя меняет, и мир немножко вокруг него меняется. А Уттамат Хикари, он сам настолько изменился, что одно его присутствие меняет мир вокруг. Итак, эти две мантры, 15 и 16, это мантры мольбы, в которых преданный обращается к Верховному Господу, чтобы тот открыл ему свое лицо, свой истинный лик, который сейчас до поры до времени скрыт светом. То есть свет, мы знаем, обладает способностью прояснять, а также он может ослеплять. Он может помочь видеть, а может наоборот быть настолько ярким, что приходится аж темные очки одевать от этого ослепительного света. Вот. Но здесь этот молящийся просит, чтобы Верховный Господь, вот этот вот непонятный, так сказать, брахман, всепроникающий параматман, наконец-то проступила в виде вот этого Бхагавана. Это и есть молитва, с которой необходимо обращаться, потому что, в конце концов, в одном из комментариев Шрилы Прабхупады, а даже в одном стихе в Бхагаватам говорится, что целью нашей практики должна быть личная встреча с Господом, даршан. Потому что личная встреча с Господом – это то, что трансформирует нас окончательно. Например, мы знаем, что Друва Махарадж, Прахлада Махарадж были, по сути дела, великими душами. Они практиковали процесс очень, так сказать, искренне, очень чисто. Все. Но когда говорится, что Господь явился им лично, то есть они были уже великими душами, иначе Господь лично бы к ним не явился. Уже они были великими душами. Но когда Он к ним явился, произошло еще кое-что. То есть дальнейшее очищение. Там мы знаем, что Прохлад вообще как бы безгрешная душа. Да? Вот, Господь его защищал всегда. Но сказано в 7-й песне Бхагаватам, что когда Нарисимха явился и положил свою лапу на голову Прохлада, все остатки грехов полностью исчезли. То есть происходит уже такое окончательное, полное преображение. То же самое произошло с Дхрувой Махараджем. Вот, когда он увидел Вишну, Вишну коснулся его лба своей раковиной.
Вот, его прорвало от Хрума Махараджа, у него такие, так сказать, молитвы посыпались, все эти перлы, то есть, и он сказал, какой был глупец, то есть, все последние какие-то остатки скверны, они полностью ушли. То есть, однозначно, что целью практики является получение даршана, получение вот, видения Бога. Вот, но это не конец, это как раз начало чистого преданного служения. Что преданное служение – это такой вот процесс вечный, и он идет на разных уровнях. Сейчас мы пытаемся служить Богу на уровне садхана бхакти, то есть по правилам определенным. Вследствие этого должна развиться эмоция бхава бхакти. И эта бхава бхакти должна в конце концов перерасти в прему, прямо чистую любовь. Интересно то, что если преданный будет просить у Кришны, дай мне, пожалуйста, этот вот опыт любви, Кришна сначала даст ему кое-что другое. Как вот кто бывал в Индии, там у них торговцы торгуют так интересно очень. Когда вы приходите к ним в магазин, ну любой торговец, у любого торговца есть товар залежалый, который нужно как-то сбагрить так или иначе, который никто не берет. Вот, есть товар, который и так разойдется. Хорошо. И вот заходишь в какой-нибудь индийский магазин и что-нибудь начинаешь там брать. И, как правило, сначала какое-то барахло подсовывают, вот то, чего мы в первую очередь там говорим, ой, у меня такие цены низкие, заходи, бери. Конечно, низкие, потому что это вообще там не ликвид какой-то. Вот, и он все это вот спихивает, всю эту ерунду. И вы начинаете, а если вы разборчивый покупатель, вам это все барахло не нужно, вы говорите, да-да, понял, спасибо, ну-ка давай, что у тебя там еще дальше, в таких загашниках, дальше. Он еще там, теперь он вам третий сорт подсунул, вы на него не купились. Он говорит, теперь он вам второй начинает, так сказать, спихать. Вы смотрели, да, хорошо, а лучше есть? Он говорит, лучше? Ты что, богатый, что ли? Ну, я первый сорт. Пока в конце концов вы не берете самых закромов, что у него там самое ценное. То есть самое ценное даст вам только в последнюю очередь, потому что это и так, в принципе, расходится. Вот точно так же. Можем обращаться к Кришне. Кришна, дай мне любви. Кришна говорит, да знаю, какая тебе любовь нужна. Она тебе там денег или что ты хочешь, что там какого-нибудь там. Вот. Если преданный этим вещам не удовлетворился, хорошо, сказать, тогда Кришна может дать ему власть, положение, вот, последователи. По-прежнему продолжает просить о чем-то другом, более высоком. Ну, не дам я тебе прямо, на тебе освобождение. Освобождение. Будешь освобожден, ничего тебя больше не беспокоит в этом мире, все хорошо, вот, все замечательно. Вот, что? И даже в освобожденном состоянии продолжаешь просить Кришну прямо. Ну, ладно, ну, Вайкунха, вот тебе Вайкунха. Вайкунха, там хорошо, Вишну, замечательно. А, Вишну тебя не устраивает, хочешь чистой любви к Кришне, только в последнюю очередь. То есть это как бы, Кришна он в этом плане. Совершенный. Он никогда не даст самое ценное в первую очередь, потому что он хочет убедиться, что мы не покупаемся ни что остальное. А для того, чтобы понять, что мы ни что другое не покупаемся, нужно посмотреть, как мы на эти вещи реагируем. Об этом он дает. Положение, власть, там, деньги, что хотите, так сказать, какие-то разные вещи. Вот. Если преданный говорит, да-да, но мне нужно другое, все-таки давай, доставай, что у тебя там самое ценное есть. Тогда это уже, так сказать, для Кришны является доказательством того, что преданная искренняя душа, и тогда ему уже открывается самое ценное, опыт чистой любви Кришна прямо. Хари Кришна. Вопросы? Есть какие-то? Как? То есть вопрос в чем? Чего? Тело Господа Сачитананда. То есть, из одной из прошлых лекций говорили, что просто тело Господа не имеет вен. Да. В некоторых случаях мы считаем, что, допустим, для спорта Ниваса, там, допустим, челюсть, там, или какая-то проблема с телом, вот это играет противоречие. Ну, вы уже не первый день знакомы с вайшнавской традицией. Вот, и должны понимать философию, которая называется Ачинтья Бхеда Бхеда Татва, непостижимое единство и отличие Господа и его энергии. И на основе этой философии мы знаем, что, как Кришна говорит, я в каком-то смысле все, но независим. Его тело полностью трансцендентно. Но иногда кажется, что его трансцендентное тело проявляет какие-то признаки материи, когда
Бишма своими стрелами попадает в тело Господа, из него, кажется, по видимости, течет кровь или что-то еще такое происходит. Вот, или там какой-то охотник Джара стреляет в Кришну, и Кришна оставляет этот мир, как бы какие-то там до сих пор говорят, вот мы знаем, где могила Кришны есть в Индии. Вот. Кришна может им даже тело оставить, если они так этого хотят. Вот, без проблем. Потому что он властелин всех энергий. Когда Равана схватил Ситу, вот, у него было полное ощущение, что он схватил Ситу. Вот. Но мы же знаем из философии, что Ситу он никуда не схватил. Сита, она сказать, ушла в неправильное состояние. А он схватил кого? Майя Ситу, то есть ложную Ситу. То есть мгновенно появилась такая, можно сказать, подделка. Вот, знаете, там эти все наши детективы, там все эти оперы, когда-то нужно там что-то какое-то, ну там у них когда есть назад кукла, да, когда подсовывают, типа там по виду деньги, там сверху две бумажки, а внутри там что-нибудь такое подсовывает, все. И кто-то думает, что он там деньги взял, да? Точно так же Равана думал, что он Ситу украл, кто-то там думает, этот охотник Джара думал, что он Кришну убил, что там какое-то тело осталось, еще что-то. То есть, когда Верховный Господь действует в этом материальном мире, то иногда он играет, скажем так, в поддавки с этим материальным миром, чтобы у неверующих создавалось впечатление, что он такой же, как мы. Потому что он открывает себя только своим чистым преданным. Может показать им вселенскую форму или что-то еще, там, Махапракаш, все свои там различные формы. А для обычных людей он будет вести себя как обычный человек. Ну, скажет, что там что-нибудь у меня болит там, или еще что-то там, кому-то, говорите, челюсть свернули там, Шриневасе, да? Вот. Все будет проявляться по законам этого материального мира. Но когда необходимо, проявится трансцендентная природа. Вот, потому что Кришна властелин всех энергий, шактиман, вот, все шакти, все энергии, они слушаются его. И в соответствии с тем, что ему нужно сейчас продемонстрировать, он продемонстрирует либо проявление материальной природы, вот если так сказать по сюжету это нужно, вот, и Кришна будет хвататься и говорить, у меня голова болит, там, принесите мне пыль со стоп чистых преданных. Не может у Бога голова болеть. Хотя по идее с такими, как мы, у него только должна быть голова, только и болеть. Вот, но не болит у него голова, но он может сыграть такую игру по необходимости, понимаете? Вот, поэтому нужно понять, что энергии все в его власти, и он ими манипулирует запросто, они ему служат. Вот, поэтому в одной ситуации проявится так, что как будто бы какие-то там материальные проявления. Вот, с другой стороны, мы узнаем, что он не имеет вен, вот, поэтому никакой крови, там, ничего этого всего нет. И это одновременно. И это называется ачинти абхеда абхеда татва, непостижимое одновременно тождество и отличие. Понимаете? Да? Вы говорили, йога майя воздействует на Кришну. Йога майя воздействует на Кришну в духовном мире. Получается, он как бы, он не прикидывается в духовном мире, там, ребенком, защитником, он реально выполнил. Да, то есть он сознательно сам себя, так сказать, ставит под руководство этой йога-майи. Вот это, ну как сказать, можно сказать, что йога-майя это такое, знаете, трансцендентная интоксикация, которую Кришна пьет, чтобы, скажем, в таком хорошем смысле слова опьянеть. То есть все, как бы в состоянии опьянения человек забывает вообще, кто он такой, да. Вот, то есть Кришна принимает это вот действие, это йога-майя, энергия, она ему служит так. То есть она заставляет Бога забыть о том, что он Бог. И в этом состоянии он может наслаждаться вацали расой, что он маленький ребенок. Иначе, если он помнит, что он Бог в этом состоянии, как он может наслаждаться, сидя на коленях у своей матери, она его там кормит, все это, Бога кормить там грудью, ну что, вообще смеетесь, богохульство какое-то, скажет обычный философ, да, или кто-нибудь еще. А он от этого испытывает самое настоящее наслаждение. Моя мама меня кормит, моя мама меня любит. Все. То есть он наслаждается разнообразием рас. Как? Он добровольно ставит себя под влияние йога майя. И при этом, хотя он забывает, что он Бог в этом состоянии, при этом он одновременно сарвагья, знает все. И попробуйте его понять. Потом, вот в этом непостижимость Бога. Поэтому он что? Ачинти до конца. Все. То есть смотрите, он одновременно сарвагья, знающий абсолютно все, как Параматма. И в то же время, как Бхагаван, он позволяет себе, он хочет этого забыть на это время. И это одновременно. И люди говорят, все, мои мозги раскололись, не понимаю я вашего Бога. Все. Правильно? Никто не понимает. Потому что он Бог, иди попробуй его пойми. Вот в этом смысл, понимаете?
что если бы Бога можно было до конца разобрать по полочкам, тогда он не был бы Богом. Все, разобрали, ошибили, все. Мы вашего Бога, так сказать, раскололи. Все ясно. Нет. Он никогда до конца непонятный. Понимаете? Вот в этом смысл. Вот наша философия личностная и практика, соответственно, ежедневная тоже должна быть личностной. Ты понимаешь, это поклонение Божественного, воспевание Стоуны. А ежедневного ответа личностного от Бога мы все должны ожидать. Для преданных новичков даршан через алтарь мы получаем. То есть для нас это как свидание с Кришной. Вот, когда люди на свидание идут, они что там прихорашиваются, как я выгляжу, все точно так же, когда преданный открывает свой алтарь, он должен быть не как эти индийские, там, не знаю, некоторые пуджари в гамче, только проснулся, там глаза протер и побежал. Там, это для него Бог это, как не знаю, там домашняя игрушка. Ну, не для всех, но для многих, наверное. Вот, если на свидание человек приходит с Богом, значит, соответственно, должен выглядеть. Все, то есть божества домашние, это для преданных новичков и есть тот самый ежедневный даршан. Тот самый ежедневный даршан. Хотя у нас может складываться ощущение, что это мы его тут поставили, и он тут поэтому тут стоит. Вот. На самом деле он согласился прийти. Вот. И никто не гарантирует, что мы сегодня утром шторку откроем, а он там будет. Может и уйти, на самом деле. Вот, если помните, когда у нас был, так сказать, какое-то время назад этот семинар, давно уже все о Джаганатхе, вот, я рассказывал, что там в одном храме Субхадра совершила самосожжение, вот, она исчезла просто-напросто, только горстка пепла оставила, вот, потому что этот пуджари один там где-то прелюбодействовал где-то там, и она знала об этом, она, так сказать, как женщина в знак солидарности с женой этого пуджарина совершила самосожжение, исчезла с алтаря просто, только горстка пепла осталась. Вот. Поэтому Верховный Господь может прийти, может уйти, и Он позволил мне его на алтарь поставить. Хотя я думаю, он здесь стоит, потому что я его поставил. Тогда, значит, получается, что я его Бог, а не он мой Бог. На самом деле, Он позволил мне себя поставить, и Он входит, так сказать, в этот образ. Вот. Поэтому на нашем уровне даршан, это вот то, что мы называем даршан. Приветствуем Божество, открываем Божество, служим им. Вот. Наши чувства, как это все воспринимают, может быть, я уже там на автопилоте, автоматически там это божество омываю, там наряжаю, там что-то такое делаю, кормлю. Вот. То есть к этому на самом деле нужно готовиться, потому что это не просто какая-то механическая процедура. Вот. Так можно и это самое, люди нанимают там каких-то слуг там или кого-то еще. Кто-то там может нанять повара, пуджари, вот, в каких-то индийских богатых семьях бывает так. Вот, то есть это, если мы хотим этих вещей, то это наша практика. И нужно понять, что также вот этому свежести наших впечатлений и отношений с Богом служит самый главный процесс в преданном служении, начало всего, это шравана. Если мы каждый день читаем и слушаем, то вот эта вот свежесть ощущений будет сохраняться, и мы как бы будем служить и видеть Бога немножко по-разному. Если мы процессу следуем не очень, скажем так, интенсивно, если арчана, поклонение Божеству, это единственное, что мы делаем, то этот процесс в течение времени перестанет обладать для нас вкусом. Прабхупада говорил, что сказать, это арчавиграха, форма, она станет в течение времени галаграха, просто камнем, как бы, камнем на шее, тяжелым, трудно, сказать, не хочется служить человеку уже всем этим. Поэтому он говорит, что арчана, хотя это важно иметь даршан получать, она в кали-югу обладает вторичным свойством, она помогает. Она помогает процессу воспевания, она помогает процессу понимания Кришны. Вот, поэтому, если, допустим, мы регулярно читаем, слушаем, то вот это дает нам такое особое сознание, что мы смотрим то же самое божество совсем по-другому, другими глазами. То есть здесь практически невозможно с нашим таким достаточно глубоким уровнем осквернения, для того, чтобы какой-то духовный опыт пережить, нужно, чтобы было несколько процессов одновременно, интенсивно. Если не хватает времени или чего-то там желания, вот, и мы не чувствуем какого-то вкуса, это обозначает, что не хватает интенсивности процесса. Значит, что осквернение более интенсивно, чем очищение. Вот, поэтому
существует такое понятие, о котором говорит Сута Госвами, Тевряна Бхакти Йогин Яджитам Пурушам Парам, что преданное служение должно быть интенсивным, для того, чтобы дать какой-то вкус. Вот если оно совершается в полсилы или без энтузиазма, вообще так чисто, механично, то не нужно удивляться, что этого вкуса нет. Вот. То есть, допустим, если я ем какую-то пищу и отвлекаюсь, допустим, читаю газету, смотрю телевизор, так подпутно себя что-то закидываю, я тоже могу вкуса не чувствовать. Потому что сейчас мои глаза, они вообще в другом полностью погружены. Вот. Тем более, Бог. Вот. Поэтому, для того, чтобы говорить о каком-то вкусе, о каких-то эмоциях, то это обозначает, что должна быть интенсивность. Интенсивность обозначает, что мы направляем свое сознание туда. То есть это вот дхарана, концентрация. Вот. А концентрация, она же так просто не бывает. Мы же знаем, что между процессом бхакти и процессом мистической йоги есть определенное соответствие. То есть смотрите, на каком уровне начинается сама медитация и самадхи. Когда чувства подчинены. Сначала яма-не-яма, научись следовать регулирующим принципам. Так, это первая ступень, яма-не-яма. Далее, освой асану, научись сидеть правильно, асана. Теперь научился сидеть, теперь праны будут правильно циркулировать. Пранаяма следующий этап. Теперь на уровне пранаямы пратьяхара, отвлечение чувств от внешних объектов, погружение их внутрь. И только после пратьяхары, после пятой ступени, наступает дхарана, концентрация. И потом дьяна, сама медитация, и только потом самадхи. То есть смотрите, для того, чтобы что-то пережить в мистической йоге, необходимо полностью чувства свои отвлечь от внешнего мира, успокоить их и направить внутрь. Иначе никакого самадхи не может быть. Хотя внешний наш процесс выглядит совсем не так, принцип тот же самый. Для того, чтобы пережить внутреннее это вот ощущение, внутреннее ощущение, для этого необходимо, чтобы наши чувства были погружены в эти внутренние процессы. А что этому способствует? Внимательное воспевание, регулярное чтение, слушание. И вот в этом контексте арчана, поклонение божеству, оно даст свой мощный эффект, добавляющий. Но если останется просто поклонение божеству, и нет этой интенсивной работы сознания, внимательного воспевания, слушание какой-то вот медитации на все эти вещи, чтение, то тогда эта арчана станет механичной, она не будет давать вкуса какого-то, понимаете? То есть, как бы не будет происходить погружение сознания. А если сознание не погружено в эти вещи, откуда же вкус? Понимаете? То есть, это целый комплекс мер должен быть, и интенсивный. То есть, духовная жизнь, если она протекает, скажем так, в полсилы, или в треть силы, в четверть силы, тогда, в принципе, что удивляться, что нет вкуса? Вполне естественно, что его нет, если, скажем так. Вот. А если мы хотим вкус пережить, ну, тогда, значит, нужно погружаться в эти все вещи. Я так понимаю. Продолжение? А про что? Ну, вы мне остановили, я тут целую лекцию прочитал. Оказалось, что не про то. А про что? Просто интересно, как Кришна лично со мной будет отвечать в течение дня? Ой, ну это я не знаю. Тогда я отвечу проще словами Кришны. Как человек поклоняется, так и все. То есть, ну если я хочу видеть его таким, он будет таким проявляться. Эд хамам пропадет, это асадхама баджами. В какой мере, в какой степени и также в каком духе? В каком духе? Если я хочу почувствовать Вишну, значит, так сказать, определенный дух поклонения. Если я хочу почувствовать Кришну, немножко другой дух поклонения. Ну, для нас на нашем уровне как бы это пока еще рано обсуждать, потому что все равно мы поклоняемся Кришне как Вишну в благоговении и почтении. Вот, то есть, как аукнется, так и откликнется. Как он откроется? Но также Кришна независимо, он не просто какое-то мертвое эхо. Вот, он может проявиться независимо как-то от нас. Тут уж я не могу сказать. Но он всегда выполняет желания своих преданных. Так обычно говорит, он появляется в том виде, в каком преданный ожидает увидеть, хочет увидеть. Но я на эту тему не могу, наверное, много говорить. Пратита Павловна пишет, что Дьяма Дьякари видит Бога не только на алтаре, но и внутри живых существ. То есть он его повсюду, в принципе, видит. И говорит, поэтому отношения с Богом для такого преданного проявляются в отношениях с преданным, в отношениях с окружающим живым существом. Вот как вот он это скажет. То есть как Бог через других говорит? Как Бог говорит через других? Бог со всеми говорит. С материалистами он говорит на языке обстоятельств, тоже через людей.
зажимает их в разные ситуации такие, когда они начинают уже вопить: «О Господи! О Боже мой! Что творится в моей жизни?» Вот, на языке обстоятельств с ними он разговаривает. С более разумными он разговаривает, естественно, так сказать, уже так более философски. А люди, которые не доводят свою жизнь до таких крайних ситуаций. А, то есть, преданный Мадхьяма Адхикари среднего уровня, это преданный, который внимателен к окружающему миру, именно потому, что он знает, что Бог проявляется не только через мурти на алтаре, а он также проявляется через материальный мир, причем не только через преданных. Он через кого угодно может проявить, через кого угодно, через любого человека он может проявить себя. Вот. То есть, сама по себе квалификация Мадхьяма обозначает, что человек уже как-то начинает понимать присутствие Бога в сердце других. То есть, это уже где-то уровень осознания параматмы в какой-то степени. Но это, как тут объяснишь, то есть, это по мере очищения человек становится автоматически более внимательным, более вежливым, более, так сказать, таким восприимчивым. То есть, он понимает, что Бог со мной говорит через Священное Писание, через Божества и также через других людей, через преданных. То есть в этом плане он очень внимателен к мнениям окружающих. Это не означает, что он все, что они говорят, принимает, но он не исключает того, что Господь может сказать мне что-то через любые внешние обстоятельства, через любые там какие-то проявления, через другого преданного, что-то еще. И в этом смысле он такой как бы настроенный. У Каништхи Адхикари, у него такое более грубое мышление. Вот ему только пока он в храм не придет, Бога там не видит, он не успокоится. Вот он вот только здесь, Бог, все, здесь вот я как в крепости, здесь хорошо, замечательно, да. Но Мадхьяма Адхикари, он сам уже становится таким как бы ходячим храмом своего рода. Вот он сам чувствует, как Кришна в его сердце проявляется, и он понимает, то есть главной квалификацией Мадхьяма Адхикари является умение себя вести. Каништхи Адхикари не умеет себя вести. Он всем пытается навязать Кришну, хотя сам еще только ему в сердце не принял. Вот. А Мадхьяма Адхикари, поскольку он больше принял Кришну сам в сердце, вот, то Кришна дает ему больше разума, понимания, и он умеет себя вести с людьми. Он понимает, кто чем, как обусловлен, что кому нужно, кому что-то сказать, как подать, что говорить, что не говорить. То есть Мадхьяма Адхикари – это проповедник, который учитывает место, время, обстоятельства, все эти вещи. Каништха нет, он там не учитывает всех этих вещей совершенно. Вот, то есть зрелость в отношениях. Зрелость в отношениях. Каништха может там слова громкие говорить, большие, но когда дело доходит до какой-то практики, он в основном глупости какие-то делает. Вот, поэтому признаком Мадхьямы является умение себя вести, то есть когда эта философия уже на уровне, так сказать, практически таких вот зрелых отношений. Потому что он относится к другим людям, как к тем, в сердце которого тоже есть Бог. На эту тему или что-то другое было тоже? Все, Алексей? Можно, наверное, немножко дополнить этот пример с колодцем, с которым черпают свою воду. Мадхьяма Адхикари проповедует, наверное, конечно, Адхикари он не черпает, потому что нечего, да? И там песок. А там Адхикари он тоже не черпает, но оно в том, что само выливается оттуда, да? Нет, не само. Это сознательно. Он переполняет просто его и уже. Нет. Мадхьяма, он делает это сознательно. Это Уттаму скорее переполняет, так сказать. Значит, я не услышал тогда. Вот. А Мадхьяма Адхикари он сознательно совершает все эти вещи. Еще? Все, если вопросов нет, всем спасибо. Шри Шупанишад, ки джай. Шри Прабхупада, ки джай.